Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про пандемію коронавірусу в Україні та світі. З нами політичний оглядач Юрій Райхель. Райхель – політичний оглядач. Освіта – Національний технічний університет Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений, має онуків. Хобі – література. Юрію Борисовичу, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Чи виявився світ готовим до нової епідемії? Ні. Оказалось, що наша цивілізація, якщо навіть брати чисто медицинський аспект, оказалась к этому совершенно не готова. І об этом говорить опыт стран з доволі развитою системою медицини. Починає від європейських стран, Сполучених Штатів, Канади, Израиля. А Китай? Китай в какой-то мере, но в Китае очень разная медицина. То есть, если мы берем там приморские районы Китая, от столицы и большие города типа Шанхая, то это одно, а глубинный Китай начинается на расстоянии 150-200 километров от больших мегаполисов, он совершенно другой. И Китай тоже оказался совершенно не готов. И отсюда такие несколько импульсивные действия. И вот сейчас уже китайские врачи говорят, что мы не все правильно делали. В том числе и вот дальше начинаются социальные последствия, начинаются ограничения, передвижения, контакты и всего то, что за этим следует. И эффективность этих средств еще предстоит оценить. Но что мы можем совершенно точно сказать, что вот эта пандемия коронавируса, она очень сильно ударила по экономике всего земного шара. И в первую очередь по экономике развивающихся стран, развивающихся рынков, к которым относится и наша страна. Ну, про це ще ми поговоримо, але ви почали говорити, що саме розвинутий світ виявився не готовим до нової епідемії, до коронавірусу. Це, зокрема, і Італія, тобто Південна Європа, Сполучені Штати. Чому так вийшло? Потому что никто не имеет на сегодняшний день, никто не столкнулся с теми последствиями, которые вызывает этот коронавирус. Ну, например, потребовалось большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, никто об этом никогда не думал. И вообще применение этих аппаратов, это, во-первых, их не так много, во-вторых, это не такая простая операция, она требует соответствующей квалификации врачей, соответствующего оборудования, сопутствующего и так далее. И даже вот в развитых странах, не будем брать Италию, возьмем Германию, там Нидерланды и так далее, таких аппаратов оказалось недостаточное количество. Даже в Соединенных Штатах, которые, собственно говоря, и производят значительную часть этих аппаратов. На сегодняшний день в более-менее достаточном количестве такие аппараты есть в Южной Корее, потому что фирма Samsung, которая их производит на весь мир, она перешла на круглосуточный режим работы и производит их для Южной Кореи в достаточном количестве. А потом следующий вопрос. Ну хорошо, произвели, купили эти аппараты, а закончится пандемия, что с ними делать? Вот тут очень много проблем не медицинского характера, которые вызваны медицинскими причинами. И проблема даже не столько в самой медицине как таковой, а проблема в социальной, экономической и финансовой. Современный мир к подобного рода пандемии первой оказался не готов. И отсюда вот все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе и экономического порядка.
Щодо теорії змови, існує одна з них, що COVID-19 – це штучний вірус. Чи вірите ви в це? Нет, это, скорее всего, обычная система конспирологии, которая возникает тогда, когда непонятны причины и способы борьбы. С коронавирусами был, о коронавирусах было известно еще 20 лет назад, они были давно известны. И вопрос заключается в том, что вот этот коронавирус, он мутирует. А вот в каком направлении мутируют вирусы, мы не знаем, и современная наука на этот вопрос не может ответить. Это относится не только к коронавирусу, это относится к вирусу гриппа и к другим вирусным заболеваниям. Поэтому, скорее всего, это обычная конспирология, которая используется в политических целях по понятным причинам. Особенно она идет из Китая, где коммунистической верхушке нужно объяснить своему народу, почему так получилось. И, в общем-то, Китай очень сильно пострадал. И по самым скромным подсчетам, вместо роста ВВП в 5-6%, они, видимо, до конца года будут иметь падение в пределах 10-12%. Для Китая это очень много, очень много. Это последствия вот такого экономического, ну, не скажу коллапса, но очень больших проблем, которые возникли в Китае, они будут, как говорится, расхлебывать еще достаточно долго. Что, собственно говоря, будет и с другими частями мира. Угу. Але якщо все-таки повірити у таку теорію змови, да, є хоч одна країна, якій може бути вигідний цей вірус, ця епідемія? Ні, всі, практично всі країни світу страдають від цієї пандемії. И какой смысл? Это одна из причин, почему бактериологическое оружие, как и химическое, не применялось широко, хотя оно было известно еще со времен Первой мировой войны. Так, 1915 год, Киприт. Да, и не только, другие газы, которые применялись. Потому что неизвестно, вот первое применение Иприта и привело к тому, что его применили немцы. Насколько пострадали союзники, в частности французы, не очень понятно, но немцы пострадали очень сильно, потому что ветер изменил направление, и этот газ вместо французских позиций полетел на немецкие. Ну и в идеологическом плане они також дуже сильно постраждали. Да. Навіть Гитлер так, ну, невідомо, щоб використовував. Нет, ну, широко. Там его предупредили очень серьезно, причем его предупредили с двух сторон, и со стороны СССР, но особенно со стороны западных союзников. И немцы должны были с этим считаться. То же самое относится к бактериологическому оружию, над которым очень усиленно работали японцы в середине прошлого века. И они его тоже не применили, потому что куда пойдет направление этой эпидемии, совершенно непонятно. И оно может по зачинщику этого применения ударить не менее сильно, чем по его противнику. Або навіть більше. Да. Поэтому говорить о том, что кто-то выиграет от этой пандемии, невозможно. Все пострадают. Вопрос только в том, в степени этого. Кто больше пострадает, кто меньше. Мы совершенно ясно уже можем сказать, что страны с диверсифицированной экономикой пострадают меньше. Страны с более ориентированной или моноэкономические пострадают больше. А чи достатні ті міри, які зараз вживають у країнах Європи для протидії цій пандемії? Знаете, очень разные мнения по этому поводу. Во-первых, уже накоплен некоторый опыт, например, в Китае. Накоплен опыт в Южной Корее. Пусть он не очень большой и не очень представительный, но тем не менее. Есть некоторые данные в Израиле. И вот Италия, Германия, страны Европы. Вы знаете, все равно очень разные мнения по этому поводу. И самое главное, что мы из области медицины переходим в область социальную и экономическую. Ведь все эти меры на 98% не медицинского характера, а социального и экономического. И вот это вот замедление, уменьшение там, люди в магазинах, они не покупают, падает торговля, нарушаются средства связи.
в упадок приходят целые отрасли, типа там авиасообщения, и не только авиасообщения, автомобильный транспорт и так далее. Поэтому мы сейчас в полной мере не можем оценить эффективность этих действий. В Италии никто не ходит по улицам, они все на своих балконах играют в бубны и поют, но количество заболевших не уменьшается. И вот уже немецкие врачи, в Германии меньше заболевших, они выражают некоторые сомнения в эффективности вот этого ограничения на передвижение людей. Поэтому... А что пропонуете? Ну, соблюдать известные меры, которые рекомендовал, например, доктор Комаровский. Вы можете ходить по улицам, но придите домой, помойте руки, там зашли в какое-то общественное место, чтобы было место, где можно было бы вымыть руки и так далее. То есть соблюдать определенные правила гигиены и так далее, потому что уже сейчас известно, что на поверхностях коронавирус теряет свою жизнедеятельность примерно уже через 5-6 часов, где-то через 10. Але питання трохи в іншому. Чи жорсткими є ці міри? Чи це є обмеженням певних свобод? Да, это ограничение свобод, это совершенно понятно. Но степень их жесткости вообще тоже оценить сложно. И самое главное, они труднореализуемы. Но вы же совсем не можете запретить людям выходить на улицу. Потому что вон в России оштрафовали человека, он вроде бы был болен коронавирусом, неизвестно, был или не был, но подозревали, будем так говорить. Его оштрафовали там, не помню уже на сколько, за то, что он вышел из своей квартиры и вынес мусор. Ну а что делать человеку? Мусор не выносить. А если он одинокий? И тогда возникает социальная проблема эффективности действий социальных служб. Относительно вот в Великобритании, например, вообще предложили всех людей там старшего возраста переселить в отдельные, значит, изолировать их, чтобы они не подвергались этому такой опасности. Но тут же ряд британских врачей высказали сомнения в том, что это возможно и насколько это эффективно. З іншого боку, якщо говорити про Україну, наскільки є жорстким карантин у нас? Це закриття метрополітену, заборона міжміських перевезень. Чи достатньо це жорсткі міри? Ну, це, звісно, дуже жорсткі міри, тому що в тому числі і связанные с тем, что люди не ездят, и это экономическая проблема. Потому что передвижение людей же не потому, что они там ездят в гости, а потому что это вызвано экономическими и другими причинами. Поэтому вопрос жесткости этих мер предстоит оценить уже потом, когда мы увидим какие-то признаки того, что либо это ограничит распространение, либо уменьшит. Но если это будет как в Италии, когда эти меры пока не привели к каким-то положительным результатам, может быть, они и приведут там через неделю, через две. Мы этого не знаем. Мы пока не можем оценить, насколько это все эффективно в медицинском, социальном и, самое главное, в экономическом смысле. Ну, от у нас оголошено, що карантин буде тривати до 3 квітня. З вашої точки зору, чи можливо його продовження? Ну, це вопрос дійсно, уже дійсно медицинський. Якщо б після 3 апреля буде ясно, що міри ці не дають результатів, допустимо, або дають недостатні результати, скоріше всього, то тоді і треба буде вирішити вопрос, або продовжувати это и считаться с теми экономическими и финансовыми последствиями, к чему это приводит, или перейти к каким-то другим мерам, может быть, организационного порядка, которым, судя по всему, не очень готова наша страна. Питання до вас як суто до політичного глядача. Чи може ця пандемія коронавірусу вплинути на розклад глобальних політичних сил у світі? Ну, это опять же вопрос, кто сильнее пострадает. И, понимаете,
Скорее всего, при всей распространенности этого коронавируса в Европе, трудно предполагать, что последствия для Европы будут такими же, как и там, для других стран, например, России, Украины, Турции, например. Ну, турецкая лира обвалилась на 40%. Мы считаем нашу девальвацию, а в Турции ситуация... Саме через коронавірус? Вопрос же не только в коронавірусі, а вопрос в том, что мы вступаем в экономическую рецессию, о которой так долго говорили уже два года подряд. А стосовно неї можна більш докладно у цьому контексті? Вопрос в том, что закончился цикл подъема, экономического подъема. Мир вступает в экономическую рецессию. Причины ее и способы борьбы с ней не очень понятны, потому что она качественно отличается, например, от рецессии 2007-2008 годов. Тогда это был просто финансовый пузырь на рынке недвижимости. Сейчас эта ситуация гораздо более сложная. И вот эта проблема, она усилилась эпидемией коронавируса. Но если бы ее не было бы, то мир все равно бы вполз в эту рецессию. Просто она не была бы такой обвальной, к чему еще добавилась и ценовая война на нефть. И вот весь этот клубок проблем, он завязывается в очень тугой узел с не очень понятным результатом. Ну, например... Вот как эта ценовая борьба на нефть? Да, до речі, що відбувається на ринку нафти? Зараз вже, здається, нижче 30 за барель? Та нет, уже сегодня Саудовская Аравия начала предлагать нефть по 18 долларов. Она действует по принципу, если бренд стоит там столько-то, то мы предлагаем на 10 долларов дешевле. Вчера уже, и вот сегодня с утра, Brent стоил где-то 28 долларов за баррель. Значит, они предлагают 18. Уже сейчас идут сплошные разговоры о том, что, скорее всего, это будет 15 долларов. И российскую нефть никто в Европе покупать не хочет. Потому что для нее, для России 30 долларов за баррель – это граничная цена. Если ниже, то они будут нести очень большие убытки. Уже сегодня, вернее, вчера министр Силуанов России уже заявил, что это будет стоить России 2 триллиона рублей. А весь российский бюджет – это 20 триллионов. То есть это уже 15% где-то. 10-15%. Да, 10-15% бюджета. Это очень большие цифры. И если таким темпом, то никакого фонда национального благосостояния не хватит даже до конца года. Тем более, что уже российские нефтяники выстроились в очередь и требуют помощи и снижения налогов. Эта война, она связана с тем, что... Видимо, в Москве находятся под влиянием совершенно вздорных идей о том, что они могут каким-то образом наказать Соединенные Штаты за то, что они предприняли санкции против Северного потока 2. Вот это вот основная идейка. Ее в костном виде высказал Путин на совещании в аэропорту Внуково, когда началась эта война. Это говорит о том, что российское руководство не понимает, глобально не понимает, как функционирует современный рынок и современная рыночная экономика. Они не понимают, что разорить целую отрасль промышленности Соединенных Штатов, тем более такую диверсифицированную и технологически передовую, если речь идет о нефтянке, невозможно. Какая-то фирма может разориться. Но если она разорится, то за бесценок скупают ее активы. Тот, кто скупает, продолжает это действовать. Во-вторых, финансовые возможности Соединенных Штатов несравненно больше, чем в России, со всем ее фондом национального благосостояния. И если необходимо, они уже сейчас этим занимаются, они поддержат своих нефтяников, потому что не только сланцевая нефть, там же и традиционная нефть добывается в больших количествах.
И третий аспект. В результате такого стремительного обвального падения цен на нефть выигрыши остаются страны с мощной экономикой, и в первую очередь Соединенные Штаты. Они прекратили выдавать нефть из своих запасов и начинают ее покупать, потому что им выгодно при такой низкой цене на нефть невыгодно расходовать свои запасы. Для такой автомобилизированной страны, как Америка, падение цены на бензин на 15-20 долларов – это очень существенно. Поэтому выигрыши будут страны Европы, те, кто покупает нефть, в первую очередь. В какой-то мере Китай, потому что он тоже и крупный импортер. Выиграют ли производители нефти? Тут тоже очень по-разному. Скорее всего, Саудовская Аравия выиграет, потому что она может покрыть снижение цены увеличением объема. То есть... Юрію Борисовичу, маю перебити, ми трохи відволіклись від нашої основної теми. Повернемось до коронавірусу. Чи може ця пандемія вплинути на зміну політичних еліт в окремих країнах, скажімо, у тій же Італії? А ні, скоріше всього, ні. Тобто, можливо, перестановки в результаті там виборів, змінення соотношення в парламенті, але які були партии, такие и останутся. И то же самое в Соединенных Штатах. Может Трамп выиграть выборы? Может. А может и Байден. Никто не знает, что будет в ноябре. Пока, например, Байден опережает Трампа. Но сказать, что будет в июне, что будет в сентябре, мы сейчас не можем. Что значит изменится элита? Ну, будут демократы у власти. Для Соединенных Штатов это обычная история. И точно такая... Уже десятки разів повторювалося, да, как республиканцы, демократы. Да. Что может произойти в Германии? Да, там могут... Явно идут к усилению зеленой. Зеленые идут к усилению. Это при том, что Меркель заявила, что она уже останній срок на посту канцлера. С 2005 года, если я не помню. Нет, она... Да, она с 2021 года. Там будут выборы. И явно будет другая коалиция. Будет ли это христианские демократы с зелеными? Очень сомнительно. У них слишком разные программы. Но все-таки зелені – це ліві, а християнські демократи – це правильно. Да, левоцентристы больше. То есть, судя по результатам формирования земельных правительств, скорее всего, это коалиция зеленых и социал-демократов, возможно, со свободными демократами, что тоже маловероятно. Вот каково будет соотношение в 2021 году? Ну, мы же не знаем. Что будет во Франции? Сумеет Макрон переломить негативную ситуацию внутри страны? Или не сумеет? Тоже не очень понятно. То есть мы... Вот очень противоречивый процесс. Например, вот Австрия сдвинулась от правых к правоцентристам. То же самое вот сейчас произошло в соседней Словакии, где на выборах победила партия, и ее лидер называется Словацким Зеленским. То есть это тоже бывший актер, там, ведущий и так далее. Понимаете? То есть ситуация весьма противоречива, и как будет изменяться эта ситуация, страна на страну не похожа. Вот, поэтому мы сейчас прогнозировать результаты вот этой экономической рецессии, ясно, что она не обойдется в один год. Что этот год только начало рецессии. До речі, питання у цьому контексті. Ми згадували турецьку ліру, ми згадували гривню. Чи можливий обвал національних валют у зв'язку з пандемією? Да, ну, он не то, что с пандемией, он связан с общим экономическим кризисом. Да, это в первую очередь пострадают валюты развивающихся стран. Вот страны, у которых нет достаточной диверсификации экономики, и те, которые несут значительные издержки. Вот Турция, например, несет значительные издержки военного характера. То есть у нее очень большой оборонный бюджет. Для турецкой экономики это становится непосильным. И
Турция уже несколько лет показывала незначительный экономический рост, теперь она обвалилась, что и немедленно отразилось на национальной валюте. Кстати, в прошлом году турецкая лира девальвировалась на 15%. И это относится к очень многим странам. Поэтому вопрос в том, еще раз, кто лучше подготовлен, и самое главное, кто будет выходить из этого кризиса реформированием собственной страны. Ну, как реформировать Соединенные Штаты, это пусть они решают. А вот мы можем использовать этот период, этот процесс для реформирования страны. Сумеет наша власть это сделать? Ну, это тоже, опять же, вопрос, который мы узнаем только потом, ответ на который. Юрій Борисович, лишається буквально 2 хвилини у нас. От ми згадували про те, що є певні обмеження на пересування між регіонами України, закриваються кордони. От чи є вірогідність того, що після того, як світ пройде пік епідемії, сподіваємось, це вже найближчими тижнями буде, що він стане більш закритим? Нет, скорее всего, нет. Экономика, глобальная экономика, она настроена как раз на расширение связи между странами и государствами. И уже мы видим то, что закрытие государств и рынков отражается на их экономическом состоянии. И поэтому навряд ли. Как раз вот Китай уже, он чуть-чуть, как говорится, оклемался от этого коронавируса, и они потихоньку начинают возвращать экономическую активность, и Китай начинает чуть-чуть открываться. Потому что невозможно. Страна, которая импортирует, производит, но и импортирует огромное количество товаров, она не может жить, замкнувшись от окружающего мира. Поэтому, скорее всего, это навряд ли. Но в некоторых странах, особенно с полуавторитарным режимом, может быть, даже в соседней России, вот такая возможность, может быть, и проявляется в виде там чрезвычайного положения и так далее. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.